Сейчас я нахожусь на Тесерина, это район Любимого. Вот, сейчас мы идем в сторону Урала. Вот, тут район называется Уральский причал. Вот идем. Тут пахнет коллапсом. Уже. Ох ты, красавец, красавец. Все, ладно, пошли. Все, ай. Все. Тут вон уже кольцо перекрыто. Кольцо перекрыто. Вот, ну посмотрим сейчас. О, народу да много. Наш любимый. Вот, вот, вот эти дома, вот эти, которые построены, называются райончик Уральский причал. Фу. Так. А что они тут перекрывают? Гаишники. Угу. Пошли туда. Да. О, ленточки перекрыты. Пошли, посмотрим, что там. Идем. Идем. Сейчас подойдем, посмотрим. Иди сюда, говорю. Здесь народ вон идет туда. К мосту автомобильному, который у нас Азия, Европа. Июня. Это июня вообще неодупляемая. Все. По-моему, мост перекрыт автомобильный. Да. Это очень и очень серьезно. А то, что там Паслер Путину говорит, что все под контролем, что-то как-то не очень понятно. Пошли. Ну да, что-то все тут перекрывается. Народ весь на мосту, он стоят, смотрят сверху. Пошли, идем. Коллапс, вот реально просто коллапс. Ну там, конечно, что-то пытаются они дамбы ставить, я не знаю. Давление воды большое, это все временка. Ой, народ сколько на мосту. Угу. О, еще дальше-то. О, мы вчера ближе подходили, а сегодня нет уже. Ага. Да, Юня. Так, что у нас получается? Стоп. Угу. Что-то вода прет и прет, да? Просто движение нездоровое. Течение не должно быть такое сильное. Угу. Еще две тумбы осталось, да? Да, моста. Да я это, сам вот на аренде живу сейчас, иду с ренды. У нас это... Овсинка вся, все подошла. Короче, это, вот, переезд есть, я все. Вода, все, к железной дороге уже подошла. Короче, вот как идешь прямо, вот первый поворот есть, все, люди на лодку уже плывут туда дальше, в Овсинку. Что-то какой-то коллапс нездоровый вообще. Коллапс из-за того, что население не живет, разрешили дома. Не, это... Разрешили дома строить здесь. Не, это да, я знаю. А если бы не было домов, там такого коллапса не было. Ну да. Так, не знаю, что, пойти там в ту сторону, не пойти. Не знаю, туда идти, не идти. У меня тут батарея еще заканчивается, вот. Вот он. Ага. Кокер, кокер. Ну, конечно, да, тут все так печально. Ну, айда туда еще пройдем чуть-чуть. Айда. Посмотрим там, айда. Ну, уже вот сюда уже выставили, да. Ограждение, мне кажется, туда выше. Пойдут ограждения. Айда. Да, вообще.
Ну это временка, это все херня. Это все вот это что делают, это так. Понятно, все тут работает, да? Все тут. Откачка идет. Там идет. А, ну вон вода, да. Видим. Пошли, давай, пройдем туда еще. Посмотрим. Идем. Так, пошли. Уже здесь перекрыли. То есть получается, да. Осталось чуть-чуть, да? Да. Ну это здесь, это вода что стоит. Туда. Ну дамбу обсыпали там. Короче, коллапс. Да. Говорят, в ночь еще поднимется вода. Все, заканчиваю видео, потому что батарейка садится.